Добро пожаловать, друзья! Это Outlast 2. Меня зовут Андрей Беттер. И мы начинаем серию номер 4. Тут идет уже охота на меня. Я не знаю, что мне делать, куда тыкаться здесь, блин. Ну, надеюсь, он туда не пойдет. Давай, 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 давай. Да, он не посмотрел в мою сторону, это уже хорошо. Так, давайте достанем камеру, включим подсветочку. Там вот... Ага, там еще один. Нам надо попасть вот туда вот. Вот. Меня увидели, пацаны. Ребят, меня увидели, блядь. Больно, по хребтине. Ё-моё. Братиш, зачем ты меня так делал? Да, ё-моё. Они меня слышат? Как... А, бежит. Бежит, бежит, бежит. Да-да-да. А, поймал. Ну, в общем, короче, надо мне попасть в той вот штуковине, ее сдвинуть. Вот, и мы сейчас будем это делать. Ждем, пока он уйдет. Давай. Ублюдок. Блин, они... Какие-то здесь извращенцы, блядь. Маньяки, ёпта. Серьезно. Так. Угу. Он не увидел меня. Он меня не увидел, ребят. Тихо. Вон она, нога, вдалеке. Он... Так, он ушел. Где второй? Братишка. И... Ага. И он ушел вроде, да? Давай, давай, двигай, 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 двигай. Еще? Давай, еще. Лезь. Хорошо. Итак, мы залезли на какой-то... чердак этого дома вроде бы. И, короче, надо достать камеру. Опять, кто это? Ты что ж ты так стонешь-то, а? Так, ну что же, тянуть. Давайте потянем. Ух ты, ёпта. Кто это? Fucking crazy. Чёрт подери. Смотрите на меня. Кто это? О. Ладно. Аккуратненько. Аккуратненько проходим. И прыгаем, чё? Прыгаем. Суки. Вот суки, а. Бля, я в дерьме. Я по уши в грёбаных кишках. Так, ладно. А есть где-нибудь здесь батареечка? Интересно, нету? Мне бы батареечку. И тут же вспомнилась песня. Батарейка, да? Так, здесь нету. Давай. Идем. А кто это? Это статуя вроде, да? Да. Нельзя? Не записываю это. Так, давайте посмотрим, что у нас в заметках. В заметках у нас... Так, ерики. Это горят они, которые. Это глава 5. Мы читали все это. Все это смотрели уже. Давайте. Идем дальше. Так, давайте ее попробуем. Нельзя, да? Поднимаем. Душа Иисуса, подготовь меня, отец Нот, направь меня к искуплению. Кровь Христа, дай мне испить вина твоего, дай зрение моему вырванному глазу. Ангел Божий, одолжи мне свой меч. Добрый Иисус, услышь мою мольбу, исцели меня в своих ранах, держи меня ближе к себе, защити меня от грешного мира и подготовь меня к часу сатаны. В братстве храма враг
Врат, чтобы я мог защитить создание твоего, пока ты не дал мне остальное. Аминь. Они, короче, здесь какие-то сектанты, да? Я так понимаю. Так, здесь уже идет темнота. Давайте включим подсветочку. Как же стрёмно, блин. А? Так, кто там? Нету никого? Не пойму. А, нет никого. Блин, опять какое-то говно я сейчас стряну. Что это вообще? Что такое? Я не знаю. Что за черт? Что нахрен за черт? Так, давай посмотрим. Может, есть где-нибудь здесь батареечка? А, да, есть. Хорошо. Так, здесь обход. Надо обходить. А что он делает? Что ты делаешь? Зачем ты это записываешь? Не знаю, зачем он это записывал, но, походу, это надо ему. Куда пропал звук? Звук! Все хорошо, звук к нам вернулся. Да, все, звук к нам вернулся. Куда нам идти, блядь? Звук, куда ты пропадаешь все время? Я не знаю, куда пропадает звук. Так, куда нам идти? Может, вот сюда? Да, сюда. Все хорошо, поднялись на скалу. Дохлые вороны. Так, нам, наверное, вот на эту скалу, нет? Блин, я вообще... Че упал? Куда нам идти? А вот, сюда. Угу. Бочком, бочком, бочком. Надо перепрыгнуть. Перепрыгнули. Поднимаемся. В этой части сделали, что он может ползать вот так. Мне... Было в этом в первой части или нет? Я не помню, кто пишет. Точно. И, ну, как всегда, какое-нибудь говно попал. Так, ушел, упал я отсюда. Значит, нам надо сюда, да? Нет? Нет. Блин, что-то я не пойму. А вот, вот сюда, давай. Где наш звук? Все время пропадает куда-то звук. Куда пропадает звук, непонятно. Вот, опять появился. Вот это что такое? Памятник какой-то, походу. Что за фигня? Церковь? Нет, нет, что-то похожее на... Храм Керетиков, как-то так. Так, там водичка. Здесь ничего хорошего. Черепки. О, батарейка. Хорошо. Это мы заберем. Это мы заберем. Так, я понимаю, нам вот сюда надо, да? Так, лекаться нам не надо. Идем потихонечку, идем. Здесь главное не спешить. Что с тобой, братиш? Смотрит на меня, блядь. Зумится камера. Отлично у нас вообще. Поэтому можем палить вдаль, что у нас находится там. Так, скоро у нас сядет батареечка, но мы-то знаем, что у нас еще одна припрятана. Да? Нет, нет. Нет, нет. Пожалуйста. Кто
хоть разговаривает? Моя, что ли? Блять, боже. Ее что, повесили, что ли? Бля, она куда-то исчезла, это... Хрень какая-то была. Мираж. Какой-то мираж. Так, батарейку меняем. Чтобы протиснуться, двигайтесь в направлении щели. Любых еретиков, которые Господь послал вам, вяжите. Мы выкопаем шлюху чужака, которая принесла тьму на эту святую землю. А что делают? Где кто, непонятно. Должно быть готовы к справедливой жесткости во имя Господа нашего. Молитесь и будьте стойкими. Бог любит вас. Блять, какие-то в натуре они. Бог любит, когда все мирно, спокойно. А вы кого-то режете, убиваете, казните кого-то, сжигаете. Это вообще непонятно. Ага, спрыгивай. Так, братишка. Умер. Бывает. Это бывает, а мы идем дальше. Тем временем. Что-то я запинаюсь. Так, идем. Давай. Давайте посмотрим, есть что-нибудь там, нету? Нет, здесь ничего, поэтому мы идем в дом. В такой вот дом идем. И у нас опять пропадает звук. Что ты будешь делать? Outlast, пожалуйста. Зачем ты так со мной? Я хочу послушать. Блять. Что за хуйня? Что за херня? Давай дальше идем туда. Вроде нет никого. Блять, что тут кто-то тут есть, да? Блять, это головы какие-то. Картошечка. Если что, можно перекусить картохой. Так, у нас какая-то записка здесь. Давайте почитаем. Еще больше детей умерло. Нот говорит, что такое это убийство не грех. Ведь все являются солдатами армии Господа. Мученики пали на поле наперекор дьяволу. Все младенцы с рассеченным горлом и обуглившейся плотью будут невредимые ждать нас в раю. Еще папа Нот говорит, что наши грехи находят нас в наших снах. Наши грехи находят нас в наших снах. В моих снах только убийство моих детей. Я просыпаюсь, смеясь, возбужденный, часто влажный от невольной похоти сна. Я проснулся сегодня утром, думаю, что он намок от крови из рассеченного горла ребенка. Но эта влага была моей собственной. Другие видят во снах то же самое, мы... Поэтому можем тайно встречаться. Делимся своими видениями и гадаем, что они значат. Я все чаще думаю, что это послание, но ничего святого. Блин, отпустите. Так, ладно. Здесь у нас раковина, здесь у нас куколка. Давайте мы ее вот так посмотрим. На нее головы. Вот зачем они вот так делают? Не бедный кукол. Блять, тут какая башка деревянная. Чувак весь красный какой-то. Каменный, что ли? Непонятно. Непонятно, из чего он сделан. А тем временем мы следуем дальше. Открываем. Смотрим. Бочечка. С пивасом, наверное... Блять, это, сука, мертвый уже, наверное, да? Я так думаю, что да. И опять же портрет толстого чудака. Кто там? Кто там шумит? Блять, третий этаж еще есть. Фига себе. Вы ненавидите Бога. Блин, опять куда-то звук пропал. В муках несколько дней, прежде чем умереть. Под двери или окна можно пододвинуть предметы, чтобы заблокировать их. Это мы знаем.
Это мы все знаем. Так. А где он разговаривает, я не пойму. Так, у нас какая-то еще записочка. Так. Ну, я думаю, читать мы не будем. А пойдем дальше, сдвигать шкаф. Руки какие-то у меня грязные все, да? Ну, фу. Так, давайте смотреть, что у нас на улице. Зумимся. Здесь никого. Здесь вроде тоже никого. Давай, прыгаем. Идет сохранение. Идет сохранение, а мы идем дальше. Это может быть лифтом. Это наверху, так? Так, это, я так понимаю, лифт. Давайте посмотрим, что у нас внизу. Так. Тетка какая-то, блядь, стоит. Тесаком, между прочим. О, батарейка. Видишь, не зря пошли. Не зря пошли. Что это такое? Подвал. С картошкой, да? Так, здесь у нас ничего интересного нет. Ладно. Поднимаемся обратно. Блядь, я застрял. Здесь комната, вы можете спрятаться под кроватью, но мы это делать не будем, потому что не от кого прятаться пока что. Пока что прятаться нам не от кого. Давайте посмотрим. Там... Она еще здесь. Она идет сюда? Нет, она идет обратно. Вот как нам ее наебать, так сказать, да? А, вот здесь можно, да, наверное? Можно обойти. Давай обойдем. Так, спрятаться в бочку, не надо нам в бочку прятаться. Смотрим. Где она разговаривает? Ты что разговаривает? Да? Иди. Ну иди уже, давай, давай, давай. Сваливай. Ривьер, блядь. А здесь окон даже нету, да? У нас. Смотрите на нее. Блин, я бы захотел бы туда бы попасть бы. Только как? И выходов нету здесь, понимаете? Никаких. Не поворачивай спиной к папе Ноту, не поворачивай спиной к Господу. Ёпты, они сожгли. Мужика какого-то. Давайте попробуем без палева туда. Оскорбимо рождающейся женщины из этого лона рождается диада. Они, короче... Они, короче, я так понимаю, долбят перед тем минных женщин, да? Ты ж ты стрёмная, сука. Ну чё будем делать-то? Что, сука, болтаешь? Ты, ну, вся эта дура. Ну
Тише, тетка, тише. Тетка, тише. Я потихонечку иду, я тебе не мешаю. Ни в коем случае. Блять, ты-то откуда здесь взялся, сука? Сука. Сука. Блять, не надо на меня наводить. Прячься, 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 прячься. Откуда ты, сука, взялся здесь? А? Ладно, блять. Дом его. Давайте посмотрим, что здесь есть. Мало ли здесь есть у нас батареечка. Батареечка нам не помешает никогда, блин. Потому что с батарейками, как мы помним, здесь... Блять, кто это такие? В мешках на голове. Так, мы на балконе можем наблюдать за происходящим на улице. Смотрите, дерево стоит, да? Ну, то бишь, остатки от него. И он его... Блядь. И он его тупо отжег, да? Получается. Давайте спрячемся. Сука. Ну, дай бог ты, блядь, откроешь его. Шкаф. Козел. Батарейку нашел. Давай возьмем, заберем батарейку и спаливаем сюда нафиг. Блять, перезарядка. Сука. Сука. Блять, я не хочу, чтобы ты меня взял. Нету его? Вроде бы нету. Так, братишка вон там ходит наш, да? Так, он ушел вроде, давайте. Ходим, ходим, быстрее, быстрее, быстрее. Вот сюда вот, да? Можно пройти. Хорошо. Блять, он здесь. Блять, еще один. Твою мать! Боже, открывай, открывай, блядь, открывай, сука! Блядь, я валю, блядь. Ладно, здесь мы так поняли только батарейка, да и только, да? Давайте поедем на лифте. Вам нужно запустить генератор. Нам по-любому надо идти туда, да? Блядь. Я так не хотел туда идти. Ну, что сделаешь ради того, чтобы запустить генератор, да? Чёртовы ублюдки. Так, где-то здесь была батарейка. А вот она. Давай. Больше здесь нет ничего у нас. Так, тетку мы сейчас обойдем. Вот так вот обойдем ее сейчас. Нет, не обойдем. Тут еще один мужик идет. Блять, тут мужик идет, еще один. Не увидел, да? Не увидел. Они тут. Это съебало. Злой дядька, ребят. И еще один там, да? Так, побежали. Давай вот сюда вот, а? Нет никого в доме. Так, здесь у нас тоже нет ничего.
По идее, нам надо... Вон туда вот, да? Наверх нам надо. Вроде бы да. Так, здесь мужичок либо спит, либо он сдох. Одно из двух. Но мы сейчас это узнаем. Я надеюсь, конечно. Так, в подвале у нас тоже нет ничего. Блядь, тихо. Он что, в мою сторону идет? Помру, блин, еще, да? Блин. Ну, сука, она меня увидела. Ну как ты меня видишь, братан? Ну ё-моё, а. Итак, друзья. Как говорится, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Походу, вот она эта штука, которую надо бы запустить, да? Тянуть. Ну же. Вот. Ух ты, ёб твою мать! Ё! Сука! Грёбаная дура! Как же ты меня испугала? Как же она меня испугала, блядь, а? Да охренеть можно. Блядь. Что ты там орешь? От экстази? Господь, ты экстази? Ты что? Давай потихонечку ее обойдем. Так как фонарика у нее нету, мы ее обойдем. Блять, ну конечно. Это было стрёмно сейчас. Так, меняем батарейку. Надо, короче, отсюда. Уходить надо отсюда. Давай, давай вот здесь обойдем. Так, ну что же. Мы в домике в этом не были. А, он не открывается. Ну ладно. Пошли. Отсюда пошли. Так, можно спрыгнуть. Блять, больно спрыгнул как-то. Неправильно как-то спрыгнул. Нам надо вниз. Давайте. Посмотрим. Блять, это тетка эта. Она что, меня увидела? Дура! Блять! Как она меня увидела? Я же за камнями был. Да, стрёмная баба. Стрёмная тетка. А если мы пробежимся через нее? Грехи Сиона. Есть причина боли и крови. А, причитание боли и крови. Все это радостно для нас. Потому что... Потому что... Что? Сваливаем. Все, мотнём. Мужик, ты бешеный, ты чё бегаешь? Чё бегает мужик там? Так, там эта тетка, значит, да, у нас? Как нам ее обойти? Если мы не пройдем, да? Блин, зум, 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 зум. Так, давай, бежим. Где она? Так, надо думать теперь, как нам ее обойти. Блять, она меня увидела опять. Твою мать. Гребаная ты дура. Отвали от меня. Блять, да что ты будешь делать, да? Так, дорогие друзья, короче, нам надо было просто тупо ее обмануть. И сбежать от нее. Блин. Блин, это было очень сложно. Я долго думал и прятался от нее, но она меня и там искала, короче. Я не... понимал, что мне вообще делать с ней. Так, давай посмотрим. Давай, это надо записать. Сулливан Кох.
и Modern. И Зек Фелл. 71 год. Так, ну чего? О, братишка. Фига, голова. Дохуй. Так, хорошо. Что у нас дальше? По списку идет. Так, записочка. Прежде чем ты отправишься искать его посуду или кричать на меня за то, что я его потерял, я хочу сказать, что отвез всю жидкость винограда в церковь, там, в церковь на праздник, который, как сказал Пол, задумал папа. Знаешь, что мы не улучшили ситуацию, скрыв вкус в воде. Понятно. Что-то он там стырил. Виноградный день, наверное. Все хорошо. Так. Хорошо, давайте. Пошли в дом, может? Наверное, да? Пойдем. О, будьте осторожны, глазки с тем, что вы видите. Джессика. Джессика, я сошел с ума. Так, где-то там, да? Ну, пойдем в дом. Так, кто-то помер у нас. Заперто. Он смотрит вниз с любовью. Так, будьте осторожны, ручки с тем, что вы делаете. О чем это она? Это оттуда? Твою мать, какой... Языком, скулы. Где камера? Блять, а в какой-то вентиляции. Это ж колодец был. Это ж не вентиляция. Блин. А, это как в этом самом. Демо-версии. Помните, в колодец упали? С вами. Сейчас пойдем в школу, да? Там орёт. Кто-то там орёт. Да. Не, страшно. Мы тут не одни. Мы опять в школе. Пожалуйста, Блейк. Темно в коридоре. Еще какая-нибудь подстава будет, как когда? Где это? Так, время 1:30, 20 минут. Да, это дудос от отъема. Блин, это шкатулка. Да давайте батарейку сразу же перезарядим. И откроем шкатулку. Блин, ну я помню эту хрень. Давай, давай, давай. Твою мать. Я готов встретить его. Давай. А что ж? Нет никого. А, спрятаться. Не надо нам прятаться. А чё нет никого? Почему? Так, в конце туннеля вижу свет. Давай-ка попробуем открыть здесь. Заперто. Что творится в этой гребаной деревне? Здесь заперто. Чё за фигня? Так, заперто. Вот открыть можно. Нет, нельзя. Нет, это музыка еще. Настораживающая. Джессика? Джессика. Джессика. Это речка. Хорошо. Давай. Блядь, кто-то... Кто здесь? Блядь, ты что сделал? Боже, что он сделал? Зима. Лол, на улице зима, бля. Давай, смотреть. А у меня на улице дождь идет. О, Боже! Джесс! Джесс! Тебя повесили, Джесс! Для доступа. Моим. Так, играть.
Вот такое. А, вот все, играть. Все, что ли? Непонятно. Я вроде делал вот эту запись. Чё? Вы гребаные ублюдки. Открывай. Блин. Твою мать! Отец чудовище! Я выпущу твою кровь по дворе. Блять, он меня выкинул куда-то. Я вот не понимаю, почему оказывается здесь то, что мы в школе, и сразу резко... Ну вот как это могло случиться? Как это могло случиться? Походу у нас начинается самое интересное, да? Сваливай, 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 братан. Подождите, я на улице. На этой же улице я вроде, да? Короче, надо полететь отсюда. Как можно быстрее. Куда бежать, куда бежать, куда бежать, куда бежать, куда бежать? А, вниз, вот, давай. Сваливай, сваливай. Сваливай, братиш, давай. Братиш, сваливай. Давай, быстрее, быстрее. Быстрее. Блин, он идет за мной. Он идет? Что он лезет, сука, ползет, падла. Там еще один. Какого черта, блин? Блять, Блейк, вали, вали, Блейк, сука. Блять, он, сука, ползет за мной. Давай же. Короче, мышка дергай, мать твою. О, ногой. Хорошо. Куда бежать? Сюда, нет? Нет, не сюда. Сваливай, 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 братан. Блейк. Сюда, давай. Хорошо. Отлично. Хрен тебе, ублюдок. Ты меня догонишь, да? Не таких убегали. Блять, еще один, что ли? Вы можете спрятаться под кроватью. Нам пока. Прячемся. Братишка. Какие у него резиновые сапоги крутые. Блять. Закрывай. Хорошо. Заблокируй. Вот, все, хорошо. А ч... Блять. И как быть? Блин, ну сейчас шкаф откроют, и я здесь. Еретики. Или еретики. Дети все. Меняй батарейку, меняй батарейку. Ага. Вроде бы ушел, да? Нет, не уходит. Не уходит, сука. Гребаный ты аутист, блядь.
А вот спрыгнем вот так вот, да? Все, спрыгнули, хорошо. Идем дальше. Закрывай. А вот так-то можно сделать, нет? Нельзя ее подвинуть, блин. Вот, можно сдвинуть. Толкай! Толкай, придурок! Куда бежать? Куда бежать? Где? Шкаф. Блин, я вообще не могу понять, что здесь происходит. Где-то здесь он, да? Крюки для плоти. Блять! Пошел ты в жопу, бы. Сваливай. Давай. Там что, еще один? Что-то у нас, короче, со звуком. Не знаю. Полукласси делает или у меня. Они должны сидеть на земле. Перезаряжай. Так, мы вроде бы ушли, да? Так. Сдвигай её. Давай, двигай нафиг ее. Все, сваливаем. Каким-то катакомбом входим. Ничего, короче, мне вообще непонятно, ребята, в этой игре. Катакомбы, школа и еще какая-то фигня. Джессика? Так, смотрим, давайте. Так. Это она, да? Джессика. Вдруг она? Лоу. Так, тихо. Что нам делать с ней? Жопа. Фу, какая-то она вся грязная, отбитая. Исцарапанная. Двигай. Двигай задом, ага. Ага, у нас тут выход, смотрите какой, а? Так, что это за хрень? А что тут надо делать? Колья. Батарейка, хорошо, давай. Нам вот сюда вот этот, ёпты. А, щит. Блэк, тебе хреново сейчас будет, если ты шлёпнешься. Вниз не смотреть. Это я помню. Правила высоты, вниз не смотреть. Блин, ну игрушка, конечно, класс. Несмотря на то, что я почти ни хрена здесь не понимаю. Давай посмотрим. Господь знает, что я сделала, и он заставляет меня смотреть на это, когда я слаба и испугана. Или испугана. Но моя вина в том, что Иуда не умел плавать, в том, что он чувствовал ко мне похоть к ней кто-то чувствовал. Понимаете, друзья? Похоть. Но мы-то знаем, что он мне ни хрена не чувствовал. Так, давай, здесь уже светло, можно поэкономить батареечку.
Вот еще одна батарейка. Вообще отлично. У нас скоро склад будет. Это же вообще хорошо. Так, я чувствую, здесь будет какая-нибудь хрень какая-нибудь будет, да? Нет, нету. Вроде никого. Так, ну что, нам походу в эту дверь. Давайте смотреть. Блять, он меня увидел, что ли? И чё? Блять! Спина! Ёб твою! Мы ж тут не спрятимся нигде, да? Что со звуком? Что такое? Не пойдешь? Боишься? Сынули. Боишься, блядь, да? Ты чё, он будет так светить? Не уйдёт? Нет, он не уходит. И одобрение ангела Божьего. Кто-то ломится там ещё где. Надеюсь, спину мне никто не пойдет. Не пойдет. Ты уйдешь или нет сегодня, а? Братан. Братан, уйди. Так вот, друзья, я, короче, от них убежал. Мне надо сейчас полекаться. Да, это было не так уж и легко, но все-таки я от них ушел. Мы появились в каком-то доме. Вот он начинает делать запись вроде. Пытался, по крайней мере, сделать запись. А вот, все, делает. Давай. Угу. Don't be hatred. You are your gong. А, gong. Короче, не понял. Не понял. What the fuck? What the fuck, говорит. Что за херня? Так, есть тут батареечка? Батареечки нету. Так, окно нельзя выпрыгнуть. Нельзя выпрыгнуть в окно. Вот какие-то двери. Открываем. Так, может быть, здесь есть батареечка? Нету. У меня еще одна скоро кончится. Замечательно, блин. У меня осталось мало их вроде бы. Так, ну мы уже, не знаю, серия уже долгая. 48 минут, наверное. Наверное, я думаю, вот здесь мы ее и закончим. Дети не должны бояться своего долга, а восхвалять его как гарантированный вход в рай. В раю нет боли, отец дал вам жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит ему. Бог дал вам жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит ему. Вы можете не знать, что с вами... то сами являетесь врагом. Ваш страх – инструмент врага. Господь знает лучше. Ну, в общем... Блин, я не хотел прятаться. Не хотел прятаться. Думал, можно ее открыть, а это, кажется, спрятаться. Да, наверное, здесь мы и закончим нашу серию. За обеденным столом таким вот. Да? С косточками и кукурузкой. Ребят, если вам понравилось видео, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока.